Ебать ты, старпёр. The box. You opened it. I came. Приветствую всех старичков и любителей ретро-игр. Так, ну, вчера я, значит, опробовал свою Хами и попытался пройти любимую игру детства Rockin' Cats. Первая игра на Денди, которую я прошел, и обосрался. Все-таки руки 30-летнего мужика — это не то же самое, что у 10-летнего. То есть реакция уже не та, и, в общем, короче, меня там отодрали жесточайше просто. Вот. Давайте тогда попробуем другого кошака. Кот Феликс — это была вторая игра на Денди, которую я проходил. По сути, кстати, похоже, он тоже, только у него не пистолет с кулаком, а чемодан с какой-то там волшебный сундучок, нахуй, типа, и все такое прочее. Причем это какая-то очень странная версия игры. Она на испанском, то есть Феликс Огато. Или даже на итальянском. Игра 92-го года, кстати, моя ровесница. Ну ладно, погнали. Посмотрим, может, здесь вот больше повезет. Дрынь-дрынь-дрынь. А, опять кошку похитили. Ну, типа, такой же сюжет. Феликс, Сеу... Ой, понятно, короче. Я вас понял, блядь. Да, это, наверное, итальянский. Я даже не знаю этих слов. Нивель. Нивель 1-1. Она больше, чем этот сам... Так, у меня пауза темпо 200 секунд у меня есть. Ёб твою мать. А, и типа он спит, нахуй, когда пауза стоит. Типа такие глазки закрыты, храп-храп дает. А злой-то какой, знаешь, на Венома похож, блядь. Так. Да нахуй. Так, ну вчера, когда я тестил эту штуку, у меня все вроде как здесь было нормально. Но это было вчера. Но после того, как меня вчера... отодрали... Вот это вот сейчас было... Так, короче, прыгать на них нельзя, я понял. После того, как меня вчера отодрали, у меня самоуверенность уже поменьше стала, так что я это... Я подозреваю, что я тут буду тоже всирать. Оба! Я теперь ёби не волшебник, я Гарри Поттер. Дэвид Блейн, ебать. Идрис, Дэвид Блейн! Срать в твой гроб! Просто демон из космоса! Ну, кстати, эта херня, она типа, ну, духуя имбовая такая. Там еще какие-то разные секреты постоянно, я помню, были. А чё мне эти очки дают? Хуй его знает. Говно! Я же ударил его, блядь. Чё за нахуй? Бля, вчера вроде так все. Чё это было? Я что-то куда брал? Да, блядь. Да, с управлением та же байда, что... Нех. Уай-уай-уай-уай. Это кот Нины, по-любому. Не дали, какой он прыгучий? Yes! Бля, да прыгни ты нормально. Хорош. Бля, вот эта башка... Она, по-моему, тоже что-то дает. Нет, не дает. Понятно. Не знаю, откуда у меня такая информация, но вообще она ничего не дает. А, там, видимо, где-то что-то дается, а где-то пошел нахуй. Хорош, ладно. Короче, лучше действовать по моей обычной тактике, блядь. Избегать неприятностей. На, сука тебе, блядь. С гудка, нахуй. Звуковой удар акустический. О! А это бонус, как в краше. Хорош. Теперь у меня есть танк, нахуй. Тундер стайл. А чё за... Какими-то злыми пушками, этими пулями стреляется. Так, у меня 84 секунды, нормально. Да, по-моему, где-то же конец локации должен скоро... Слышь ты, блядь, ты нихуя себе увернулся, блядь. Маневр уклонения. Ебать, он прыгучий. Ну, нахуй. Да, танк это имба. Легчайше. Можно съесть клубничку. Осталось понять, сколько здесь уровней. Думаю, вот этот падал сейчас упадет сюда. Так, здесь какие-то злые рыбы. Ну, по классике. А нахуй.
Без злых выпрыгивающих рыб никуда. Сейчас со времен Crash Bandicoot'а. Ай, сука. Я так и знал, что меня сейчас что-нибудь хитанет. Это было очевидно. Ой, еба. Так, без резких движений давай. Я знал, что ты прячешься здесь, тварь. Какая-то машинка еще странная, на двух колесах. Хорош, танк камбэкнулся. Да нахуй. А время здесь везде 200 секунд, интересно. Ай, блин. Хуясь, тут был маневр. Так, здесь что, безопасно? Можно стоять, ходить? Ебучая рыба. На-на. Тайминги, блядь. А это что, крыса, шушер, мыши? Что это, блядь? Что за звери такие? Так, там сумка, да? Ну, типа, смысла нет его валить, потому что он сейчас опять воскреснет, как только я это. Ну да, тебе не Crash Bandicoot, здесь бонус попроще. А теперь можно его валить. Нужно. Так. Это что? А! Ебать, они так быстро сломались. Можно мне эту штуку взять? А я второй раз могу? Блин, не могу, наверное. Подожди. Ну да, то есть тут как в крэше, чекпоинт это типа. Ну, то есть бонус это как чекпоинт. И, кстати, у меня время обнулилось. Опять стало это. Ну, много. 200 секунд. То есть, если ты чувствуешь, что ты проебываешь, просто запарывайся. Так, бля, лучше вообще нахуй не буду вставать туда на эти бодяги. Они очень-очень быстро пропадают. Причем она двойная, а пропала прям моментально, блядь. Я успел только соснуть. А! Ебой. Танк is back. А там, по-моему, еще на чем-то летать надо будет, плавать. А, бля! Что? Я на танке заехал на птицу? Хуя себе за птица, блядь, такая. А, ну и все, легчайше. Изи. Блядь, сука. Да, но там еще будут боссы. Так-то. А, минуточку. Так, ладно. Давай не будем пока воевать с авиацией. Я не знаю, на что они способны, если они выдерживают на себе танк. Так. Ай! Ой, обожаю это, блядь, дерьмо. Просто прекрасно. Причем эта штука, она ограниченная. Там вон, типа, сердечки эти. Они, типа, как бы это, ну, как таймер. Когда у тебя кончится способка. Блядь, заебал. Бля, вот я до этого чекал. Специально, ну, типа, есть тут проскальзывание, как обычно на Денде бывает. Вроде как он, ну, ровно так ходил, блядь, а тут пиздец. Тихо. Так, никакой хуйни нет. Тихо. А можно мне это... как это называется? Канты. А то у меня последний. Они же тут пополняются, но должны же, по идее. Я уже боюсь, все. Когда одна жизнь остается, ты уже не такой крутой. Тихо. Да. Ниху! Слышь ты, блядь, дерево! А че он стреляет? Он не стрелял до этого. Осуждаю, это подстава, блядь. Меня киданули. Опа. Тихонько ломается. Еще и два хита ему надо, блядь. Нихуя себе дерево, блядь. Из этого, из Властелин колец, что ли, блядь? Я тебе... Сука.
И дрила ебаная. Так, все, я понял, кто мой главный враг в этой игре, это дерево. Опа. Блин, лучше бы жизнь дала, сучка. А это типа как тавна, да? Типа бонус тавна. Хорош. Так, это, блядь, что за тварь с крыльями? Не знаю, умри. Так, у меня 90 секунд осталось. А спешить я не могу, потому что, блядь, он скользит. Хорош. Бля, сейчас босс будет, да? Охуенно, блядь. А как валить его? А, ну это, блядь, это легчайший же. Я думал, он что-нибудь умное будет делать, а он, блядь, хуйню какую-то выдал. О, жестку дали. А можно еще одну? Нет? Блядь. Но самое опасное, это, конечно, ямы. Я люблю в них падать. Ебать, у него смех, как у той блядской этой. Ой, мать. Так, Альвареса? А, Египет. Дай! Я тоже так умею, говно. Ебать, там такой кошак злой, блядь. Тихо. Пиздец, тут страшно, но. У меня одна жизнь так-то. Я, блядь, просто боюсь подвести ВВС. Тихо. Пусть, ну ладно. Ну это, блядь, меня, блядь. Мне нужны эти бафы. А-а-а, тихо. Ты сука. Будь сук. Оба. Фокевольф, на. Хорошо, что он не разбивается от этого. А, на пирамиду тоже можно, типа, бля, встать. Короче, надо не выебываться, просто лететь к краю уровня и все, нахуй. На скилле, бля. Это, по-моему, последняя форма, блядь. Ну, круче самолет, бля, круче истребитель. Ничего не может быть! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, опасность. Прилетели куда-то. Прямо в пирамиду на самолете влетаем. Нормально, на скилле. Так, ну Египет я вообще, в принципе, люблю. Но откуда здесь Альварес в Сомбреро, непонятно. Так, да, без резких движений, а то неизвестно, что там снизу. На Денди они любят всякие измены устраивать. Все, у меня есть тунг. Так, давай только без это. Без твоих проскальзываний, любимых. Тебя в пизду. Мышь ебаная. Так, тихо, аккуратно. О! Сундук. Magical box. Box. You opened it. I came. Ни хрена себе. Так, шляпа убежала. Все, давай сюда. А тут два. В смысле два. А я могу телепортироваться еще что-ли или что? Ну, давай. Посмотрим. Да, он меня куда-то выкинул в другое место. Опа, жиска. А, то есть если я в танке подбираю еще баф, значит мне дают жиску. Так, это что за говно? Гангстеры какие-то, блядь. Прям из этого, блядь, из Rocking Cats приперлись. Альваресы, гангстеры, чего все в Египте? Делайте, ни хрена себе. Ебать, там агрессивная хуйня. Ну и да, это уже как бы главный враг. Ничего, жиску дали? Что-то мне там подобрал. Короче, да, главный враг кошки, это, конечно же, собака, поэтому, типа, ну, тушим, нахуй, этих, блядь, слюнявых, блохастых. Тварь! Ну, просто было бы глупо, если бы здесь, например, носились какие-нибудь мыши и пиздили бы кота. Это же, блядь, не Том и Джерри, нахуй, что, блядь, он... Если бы у Тома был танк, да Джерри бы всасывал.
Опять тут какие-то, блядь, траектории надо выстраивать, нахуй, для действий. Не, ну вот эта вот шляпа меня прям накаляет. Очень злая она. И агрессивная. Вообще не люблю все, что стреляет. Стой. Деньги. Саида. Ну да, это явно не испанский. Там тем более не темпо, а тьемпо. Так, по 3 уровня тут, да, по-моему? В каждой. Это значит, здесь уже будет босяра. Значит, у меня будет танк, боссу пизда. Хотя мне что-то кажется, что есть боссы, которые еще на самолете. Хорош. На скилле. Блядь, не туда надо попасть. Там наверняка секрет, а в секрете лежит деньги. Жизни. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай, Котофей, ёб твою мать. Где? Где мои деньги? Ладно, хуй с ними, с деньгами, где мои жизни? Мне нужно больше жизни. Я не хочу повторять ошибки Rocking Cats, где меня драли как бачко, нахуй. Я хочу, да. Хуя себе все сразу. Я хочу прям вообще в этой хуищей жизни, как у меня было. Давай, фармить. О, да. 5 жизок. Ну то, что там наверняка где-то она будет прыгать, бегать, нахуй, я там обязательно буду всирать. По всяким прыжкам это не мое. Это к Захару, Томас любитель. Куда я, блядь, иду, нахуй? Что я еще тут делаю? Падла! Он сидит, сука. Надо было понизу ехать, тут самое спокойное место, наверное. Че? Что-то подобрал, хуй знает что. Я тебе, блядь... Понял. А, ну да, это ж не танк. Танк еще, блядь, и ваншотит, нахуй, оказывается. Тихо, на скилле. Хорош. А, ну это, бля, легчайше. У меня мать тогда не могла его про... Хуел, блядь! А чё он это? У меня мать тогда не могла это пройти, блядь. А тут он встал, просто стоишь и стреляешь. Вообще изи, легчайше. Блядь, а теперь вспомните, блядь, боссов из Rocking Cats, нахуй. Которые просто ебут и сушат. Не, пока неплохо идем. Ну, то есть видно намного, что игра типа проще, чем Rocking Cats. А хули он спать-то лег? У него как бы баба до сих пор в руках доктора Кортекса. Capture him! Prepare the female bad coot. Ну и что-то опять он там на итальянском протарахтел, я не знаю. Это что за инжин, блядь? Роботс. Так. Это мы где? А, это мы уже в каких-то, блядь, этих. Гималаях, нахуй. Зончик такой веселый. Ой, ебать. Не люблю Гималаи. Отлично. Охуенное начало, блядь. Так старательно собирал жизни, и теперь все рай будет. Не обосрался она. Она упадет на нее, да? Она вообще, блядь, туда улетела. Хуел, что ли? Тут еще опасно, блядь. Она может провалиться, кстати, эта фигня. Так, сумка. Чекпоинт. Ну да, он какой-то резвый, блядь. Кстати, только когда купил Хами, я узнал страшную тайну. Оказывается, есть код Феликс 2. Я никогда про него не слышал. Несмотря на то, что мне очень нравилась эта игра, код Феликс 2 у меня... В смысле, откуда где? Хорош. Блядская птица. Тварь. Осуждаемо. Ah!
непосредственно. Жопа горит, жопа. Дайте мне. Ну хоть что-то, блядь. Это что за камикадзе сейчас был, блядь? Просто тут, по идее, еще как бы, ну, типа, горы, лед, ну, типа, да? То есть по ним можно ходить, но они тебя хитуют. Охуенно. Улитки-самоубийцы. Блять, он кончается так-то. Так, ну ладно. С горем пополам прошли. А это что, 89? Вот этих штучек мы собрали. Давай. Это сейчас... Тут... Блять, оно летает еще что ли, блять? Охуевший, блять. Ты давай, блять. Рожденный ползать летать не может, блять. Опа. Там еще и пушка. Тихо. Надо в тайминг. Я не допрыгнул, сука. А можно как-то... Да, вот так вот сделать. На скин. Не пойму, что из него там вылетает. Он типа Джеймс Бонд. У меня типа тачка с пушкой. Ой. Опасность. Блять, не, ну здесь как-то душно, блядь. Уже не так весело! Можно мне назад в пирамиду? Там поспокойнее было. Здесь как-то что-то, блядь, прям душит. Да, блядь, милку дайте мне. Ты еб твою мать. У тебя же гусеницы, сука, что ты такой резкий, блядь. На, нахуй. Поехали. У него какой-то ебальник печальный на этих значках, блядь. Как будто он терпит, как будто он в ДБД на маньяке играет. А, я в другую сумку же залез, почему меня сюда же протан... Жестко, хорош. На скиле, давай, тащим. Так, неплохо. Тоже ничего. О, ебать! Арта стреляет. Ебать тайминг, нахуй. Блядь, ебучая птица. Вези меня, нахуй. Куда-нибудь. В натуре надо было на птицу залезть и просто тупо до конца уровня на ней лететь, блядь. Че я тупил? А, ну это и есть конец уровня. Ну да, я, наверное, как раз туда и улетела. Сухуль, с доставкой на дом. Эх, Мигеша. Ой, блядь. Ну я помнил, да, что здесь будут самолеты. Ну типа Гималаи и самолеты, логично же. А, сука. Зацепила. Ебать, двухстволка. Птицы, блядь, еще летают, нахуй. Сейчас как в движок попадет и пизда, нахуй. Ты чем, блядь, стреляешь там, нахуй? Трассирующими, что ли, блядь? Цвет интересный. Давай, на пролом, нахуй. Прорываемся, нахуй. Через врагов. Ты Фуфки Вульф или чем? Резко вниз. Хорош. Выносим нахуй зенитку. Красавчик. А-а-а! Сука такая, а. О, бонус. А, то есть в Египте был бонус, да? А я его проеб нахуй. Жестко. Хорош. Ну, типа, да, но, типа, на самолете-то как-то я, блядь, ну, вы поняли, да? Это ж как в War Thunder'е.
А, сука, нихуя себе. Поймал маслину. Я тебе сейчас. Блять, хилка. Ну ладно. Да пролетит она. Давай дальше, го. Зенитки, блядь. Сука, я тебе, блядь. Тихо ты, блядь. Блядь, сука. Ебать тут стреляют, но. Я чё, нахуй, в 45-й, блядь, попал, блядь. На скеле. Нахуели, блядь. Профсрав, на. Обосрався. Ну, вообще, по-хорошему, тут можно чисто по низу локации лететь, нахуй. Как бы, типа, мало, мало врагов. Чем выше, тем, блядь, стремнее враги. Блядь, у меня эта бодяга сейчас кончится. Мне придется на зонтике летать, как лох. Я не смогу стрелять. И мне пизда. Так, бутылочку хапнули. Левелап подняли. Я даже как полетел быстрее. Так, стопэ, мне что, босса сейчас валить в полете? А как я, у меня отвлечь? И как я его должен обвалить? Он летает, алло. А, ну я говорил, это... Ай, сука. Это Engine Reference. Let's just dance, baby! Вниз, вниз, вниз. Ага. Все, выше нельзя. На, ебасос. Ну ладно, хули. На скиле. Придется так его как-то валить. Да ладно! Ну че ты так медленно опускаешься? А че... Ёб твою мать. Да пошел ты в жопу, блядь! Ебаная пушка. Ну да, без самолета там, конечно, душно. Да иди нахуй! Не, ну в рукопашку валить робота нахуй, это, блядь, вот прикиньте, это то же самое, что я не знаю. Ну, блядь, типа как вот в крэше, да? Например, Engine на своей этой бандуре летающей с ракетами, лазерами и прочей хуйней, а ты его так соляном оттушишь, на. Тут то же самое. Он очень хреново вниз опускается. Хорош. Маскили. Да пошел ты нахуй! Ну я, короче, да, я тут всрал. Да нет, смотри, в рукопашку нахуй замесили, блядь. Crash Bandicoot, лох. Кот Феликс, имба. А можно жестко? Ну, кстати, я смотри, я не так уж, чтобы я прям со второй попытки его замесил. Но в рукопашку это, конечно, сердито было с ним драться. Ну, блядь, из этого нахуй, как он называться, блядь, из охотников за привидениями, черт, блядь, этот зеленый. Так, мы теперь в каких-то джунглях. Опять какие-то птицы ко мне... А, нихуя себе, она там поскакала, блядь. Эй, слышь ты, блядь, хуетень. Иди нахуй. О, восьминоги. Блядь, птицы ебаные. Ну, лучше собаки, блядь. Птицы какие-то охуевшие, они прыгают, летают, блядь. Везет какую-то грязь. Смотри, она бешеная, она. У нее, блядь, этот птичий гриб ебаный. Так, жизка. О-о-о, садись. Жизки я люблю. Мне даже очень интересно посмотреть Кот Феликс 2, что за игра такая. Хуета. Здесь она такая же забавная какая-то, или там какая-нибудь дрочь ебаная? Просто бывает, она даст сиквел популярной игры, какой-нибудь хуйней оказывается. А чё музыка такая страшная? Как будто мы уже пиздимся с кем-то. Бутилка. Так, можно пойти сверху, можно пойти снизу.
Не, музончик прикольный. Какой-то, по-моему, немножко это агрессивный для этой локации. Может вообще на скилле Марио пройти? Ну, этого Супер Марио старого, вот этого самого мемного, которого... С матерью тогда на Сеге в Марио играли, бля, я там пол игры прошел. Но я потом, конечно, охуел просто от жизни. Она ебать какая жесткая. Я подумал, может обычного Марио затащить? Блять, у меня кончается танк! Горючка, горючка вышла! Ай, сука, пизда. На скилле. Хорош. И жиска, и бензинчик. Да прыгни ты, падла. Хорош. Перфекто, буэно. Ну, кстати, времени хватает. Я все боялся, времени не будет хватать. Да? Ты, блядь, издеваешься, что ли, блядь? Не, я помню, что там что-то про воду будет. Ну, что не только на самолетах надо будет летать, но и под водой, на воде. Но я надеялся, что это было просто в моих воспоминаниях больных. Но нет, тут в натуре надо, блядь, ебучей лодке какой-то носиться. Оба. Теперь на дельфиноиде. Который рыгает огнем. Это, блядь, какой-то нахуй... Дельфин Дайнерис, блядь. Не, музончик здесь прикольный, реально. Вот в этой локации именно. Блять, я, кстати, пока играл вчера в Rockin' Cats, забыл рассказать охуенную тему, что я где-то в интернете видел вот эти мелодии из Rockin' Cats, исполненные на, ну, нормальных инструментах. То есть, классно звучит там прям, вау. Так. Дельфин тоже надо кормить. Он тоже личность. А, и все, тупо дельфин и лодка? Я думал, мне какой-нибудь катер дадут этот, типа... Ну, мотобай этот, не мотобайк, а как он, гидробайк, ну, типа, как в Краше у этой был, у Коко, блядь. В общем, мне здесь тоже какую-нибудь такую бодягу дадут с ракетами. Или тут и барракуда ебаная, она не контрится. Да прыгни ты, на! Хорош. На скилле. Подожди, блядь, барракуда. Опасность, опасность. Барракудная опасность. Красная тревога. Ни хрена себе, его как увозят еще от этого. Это его от выстрелов увозят или тупо волнами? Ай, похуй. Хуясь, хуясь, вот это я на скилле, оп. А крыш не умеет нырять. А, не, он тоже нырял там иногда, да-да-да, было дело. Так, время у меня еще есть, я подожду, пока это... Угу, понял. Я тебя понял, блядь. Сука, тварь, блядь. На-на! Снял эту падлу. Хоть одну. Блять, у меня кончается это... Кончается дельфин. Хорош. Еще и жиски дали. Вообще охуенно. Ой, что-то экран залагало. Это Дэнди. Камон. А! Не получилось на скилле, не получилось. Проскальзано, не прошло. Тихо-тихо, ждем. Проплываем. Проплываем. Хорош. А можно мне еще жиску? Нет. Хорош. Все, я могу снова пил делать. Да, блядь, запрыгни ты нахуй туда. Опять рыба. На-на, на скилле. Снимаем рыбу. Это челюсти, ну. Блядь, а вот как бы птицу снять? Хуй с ней, ладно. Давай, погнали. Блядь, рыба. Так, ладно, неплохо. Милк. Так, ладно, немножко хотя бы есть здоровье, уже неплохо. Поплыли дальше. Опять рыба ебана. Блядь, что такая локация долгая, нахуй? Я уже вспотел тут, на. Страшно, блядь, тут рыба, блядь. Это я вообще не по плаванию. Типа, камон. Ну да, так-то летать было веселее. Я как бы ВВС, а не ММФ, нахуй. Ну что-то мне кажется, там еще и под водой надо будет плавать. Что? Блять, мне не кажется, нахуй. Он действительно будет плавать под водой. Сука. Ты за что? Здесь музыка вообще какая-то стрёмная.
Это я знаю. Вы слышите? Сначала это была музыка из песни «Титаник», а теперь из фильма «Челюсти», или меня уже совсем глючит. Нихуя себе она! Я думал, она тупо вверх-вниз плавает, она нихуя стригерилась на меня, блядь. Подошла просто и всадила. Тварь. Да, вот этот проигрыш из песни «Титаник». Так, а здесь у нас есть черепаха. Боевой черепах. Ты можешь, ну нахуй, не будем рисковать, блядь, слишком опасно, блядь. Блядь, эти медузы на скиле охуевшие, блядь. Тихо, там снизу еще одна эта тварь. Тварь! Ну да, это как в Крэше, да? Как бы там тоже уже, блядь, у тебя есть этот подводный говнобайк какой-то, блядь. А если тебе всадить, ты просто, блядь, просто пеше терпила. Да пошла ты нахер, тварь ебучая! Ебать они им будут, эти, блядь, медузы, сука, сран. Ненавижу подводные уровни, блядь. Я не плаваю! Да сука, пиздец, ну вообще ее хуй снимешь, что пидорасину. Еще этот хуй. Ну кто, сука, придумал, блядь, ебучие подводные уровни? Это же даже хуже, чем босс-вертолет. Отвечаю. Так, на. Получил, блядь, скотина. То-то жена. Не того кота напрыгнул, блядь. Не по Хуану оказалось сомбреро. Хотя, блядь. Про сомбреро и про Хуана и сомбреро я, кстати, хотел пошутить на тему это. Там Рокинг Кэтса, нахуй, типа что. Ну, Геша там себя личности возомнила, в итоге обосрался. Тихо, она сверху! Блять, он стреляет! Падла, сбил. Блять, под водой, нахуй, ПВО, блять, наставили. Блять. Нет. Да, блять, откуда ты, пидорасина, выскочила? Опа. Нихуя себе. А так бы я пропустил эту заначку. И вообще, он кот, блядь. Кошки не плавают, уж тем более под водой. Да вы рофлите, что ли, ну. Дайте мне батискаф нормальный, я сейчас их выеб... О! Хуя себе, батискаф в виде кошачьей башки? Да. Да, выебу, блядь. Вон она, сука, снизу, блядь. Ждет меня уже, падла. Интересно, кораллы можно разносить, как краши? Вот почему такие, вот почему, интересно, про Феликса кота только на Денди, блядь, есть игра? Почему ее там она не воскресла где-нибудь на PlayStation, например? Тихо, ПВОшка. Крабовая ПВОшка. Опа. Блядь, ебать, тут, сука, опасно, но. Люблю подводные уровни. Все буквально дышит опасностью. Еще какая-то блядская муха пытается опять залететь мне в глаз. О чем ты сам стреляешь по себе? Блять! Ну охуенно. Блять, ну отпустись-то на. Ну, у меня одна жизнь осталась, мне босса не завалить. Понятно. Ебать! Уел, что ли? Я тоже так умею, говнюк, блядь. В натуре он на этого, на слаймера похож. Блять. Ну пизда, блядь. Повезло, что он уже это, блядь, на один хит оставался. Его бы тяжело в рукопашку было месить. Ну, кстати, тот поагрессивнее был. Тот пытался стрелять прям чисто в меня, а этот, блядь, хуйню какую-то делал. Спасибо, блядь. Не так, чтобы очень мне это было надо. Не в данный момент. Ты заебал ты мне названивать, блядь, борода, нахуй. Ну, не борода, а что там у тебя, усы, блядь. А, ну это как этот. Во второй части, ну и в третьей тоже.
Кортекс постоянно там, блядь, смс-ки слал, блядь, крышу. Так. Он в ковбойской шляпе. Почему? Это же не Дикий Запад. А, там типа злой Феликс, точно, это боже там нарисован, блядь. Чё-то я такое помню, да. Да-да, это я припоминаю локацию. Оп, сразу, блядь, сундук. Не, какое-то есть слово прикольное, не сундук, а... Хуй его знает, какое-то слово есть. Ридикюль, блядь. На-на. Бля, опять птица агрессивная. И терпила самоубийца. Ебо... Ну да-да-да, с Терексом-то нахуй, блядь, стучит, блядь, это шимба. Это же самый крутой... Так, у нас проблема, ребята. Мы лишились нашего оружия. Это значит, что? Будем терпеть. Пока не найдем новое. Да ладно, его звездочка зацепила, ну камон. Так, надо очень аккуратно здесь, блядь, ходить. Вон от пидрива, блядь. Сейчас я тебе дам, ну. Давай, плюй. Плюй, скотина. Чё? А, ну да. Ну типа имбо. Оно как дерево ебаное. Тоже стреляет, и тоже с одного раза его не завалишь. О, зато конец локации. Быстро прошли. Ещё на скилле, блядь. Ну... Значит, я хоть в какие-то... Опять полетел куда-то. Ну, хоть в какие-то игры... Твою мать. А почему ты, падла, всегда стреляешь туда, где есть какой-то лут? Да смотри аккуратней. Это вот эта хуйня стреляет? Да. Мне тоже надо стрелять. Потому что их неудобно так валить с кулака. Да заебешь ты, блядь. Я еще бегать за ней должен. Ну как доктор кто, блядь? Оп, хорош. Пиу. Пиу. Я говорю, понизу самое безопасное налетать. Но даже тут могут навалять. Тихо, тихо, бутылки, бутылки! Ай, сука. В смысле? Стреляй, падла, где-то там. Я слышу, как ты дышишь. А! Блядь, чуть не завалил. А чё он кидается, блядь, этой доской, нахуй? Фрисби, блядь. Тарелка, точнее, метательная этой, блядь. А, да, и тут, по идее, должна быть где-то еще сумка. Всё, нахуй. Гиша в своей стезе, Гиша на самолете. Ну, то есть, как бы, редикюль этот ебучий где-то должен висеть. Козел! Как ты меня, сука, снял, а? Объяснись, ну, читер ебаный. Ладно, давайте нахуй в пизду не будем выебываться. Я уже довыебывался. Короче, надо не выебываться, а спокойно, на чили, на слабоне до финиша лететь. В пизду его рот нахуй я ебал. А то этих гондонов потом очень много становится. И там, блядь, уже от нескольких снарядов тяжелее увернуться, чем от одного. Бутилка, бутилка! А! Антисептик, нахуй, из DBD. Тихо, тихо, тихо. Дай мне фоке вольф. Ебой! На, сука, тварь, блядь. А, ну так-то да, кстати, Крэш же тоже на самолете летал там в нескольких частях. То есть... На катере катается, под водой плавает, на самолетах летает. Ну, понятно, понятно, короче, ну, тидок, я понял, блядь, откуда вы крыша придумали.
Да, вот это место я хорошо помню. Прям как будто это было вчера. Вопрос только в том, насколько там хардкорный этот антифеликс. Ридикюль! Сумк! Ясочек! О! Меня решили сразу зарядить, видать, там вообще какая-то жесть лютая готовится. И жиску дали, блядь, и танк, нахуй. Еще раз так сделаешь, блядь, я тебя кастрирую, нахуй. Пора сократить популяцию бродячих котов, нахуй. Я, блядь, чуть не испугался, блядь, он тебе 5 минут скаканул, нахуй. А? Съел, блядь? Вы мне больше нравились вымершими. Тихо. Было бы сейчас фейлово запороть танк перед самым боссом. Так, ну и что ты умеешь? Ты что такой дерзкий? Слышь, чмо? Ай, блядь. Да отъебись ты нахуй от меня. Наскилено. Вообще просто изи. Ну ладно, ладно. Сначала мне хорошенько так навешивал, но потом я перехватил инициативу, потому что, блядь, достал нахуй волшебную палочку, превратился, блядь, в какого-то Фредди Крюгера страшного, нахуй, или доктора кто, блядь, и надрал ему задницу. Чё? Кто? Белая кошка? А, ну да, логично. Антарктика ж. Вообще, кстати говоря, тут не только геймплей на мне чем-то это Crash напоминает. Даже уровни, блядь. Египет, лес, джунгли, блядь. Арктика, нахуй. Все в Crash было, блядь. Ну, понятно, нахуй. Кот Феликс это дедушка Crash Bandicoot. Блядь, почему-то мне кажется, что был такой мультик. Я помню, что... Были эти часы с Феликсом. Ну, даже вот в Бенди. Там, типа, пародия на кота Феликса. Эти часы Бенди, это чисто часы с котом Феликсом. Вопрос только в другом. Почему его, блядь, забыли все, нахуй, этого кота, блядь? То есть нет мультиков каких-то современных про него. Нихуй! Ах ты пизда, блядь. А что это, блядь, за каракатица ебучая, блядь? Хера себе не всадила. Тихо. Коин, блядь. Не знаю как, но я проскочил. Я выжил. Блядь. Ненавижу плавать. Ну, здесь как бы вообще, ну, типа, его мотает же на волнах. Это пиздец. Хорош спать, блядь, скотина. Вообще, по идее, кстати, все это очень... хорош. Это даже не только из-за того, что Crash не Crash. Вот взять Rocking Cats и... Ну, кота Феликса, это к чему у нас все идет? Ах ты сука. Да прыгнет, блядь, все не прыгает. Короче, к чему это все идет, нахуй? Это идет к тому, что скоро выходит строй, где мы будем бегать за котенка в киберпанке, ну, типа, вы поняли, да? Это, блядь, тренировка перед ней, сука. Можно не прыгать на всякую хуйню? Я бы, блядь, сейчас бы сгорел, нахуй, если бы я на тот снаряд, который он выпустил, я бы на него нарвался. А я могу. Да, я могу. Я такой. Я везде найду, где пизды получить. Так. Тяпнули молочка, поплыть дальше. Не, ну это падла, конечно, им будет, но... Я, блядь, на той локации, блядь, просто красную рыбу боялся, а здесь она еще стреляет, сука такая. Нас, ну, блядь, я хотя бы его снял, блядь, говно это, блядь. Вовремя. Как только я просрал дельфина, вы мне решили дать здоровье. Спасибо. Блядь, еще какая-то злая красная рыба проплывает и под ней. Чего они все не красные?
полуспит, полуплывет. Ну, конечно, блядь. Так, неплохо. Тихо-то прыгнули. Оп. Оп. Редикюль. Поехали. Молочко, блядь, не дали взять. Бля, я тут, кстати, на Сеге как-то играл. Том и Джерри, ебать, конченая игра. Мне в детстве она так нравилась, а тут я вообще, типа, блядь, не уехал нихуя как в нее играть. Чё-то ходишь, терпишь, пизды получаешь. Вот, типа, не дерется нихера. Не прыгает нормально. А мне нравилась эта игра на Сеге, блядь. Ну, типа, кот там ходит, блядь, рыбу собирает. А мышь она это, блядь, ну, сыр там жрет, блядь. Ну, вообще, на Сеге я как-то, ну, у меня меньше Сега была, чем Дэнди, поэтому я там меньше игр помню. Но таки парочку я, может, тоже прохожу. У меня вроде там Сильверада, ой, не Сильверада, блядь, а это как вот, Sunset Riders, но она жесткая. Блядь, я ни одну эту хуйню не пропустил, наверное, да, все собрал, блядь, плевки эти, блядь, рыбные. Понятно, ну и здесь мне конец, да. Снял на скилле. Прям как чемпион. Блять, 13 секунд осталось, блять. Слышишь, нахуй, давай ускоряйся, придурок. Мы сейчас умрем. 6. Не успел. Ненавижу игры на время. Ну какой мудак это придумал? Блять, тут и время-то 250 секунд, нахуй. Вот бесит меня вот игры на Денди, на Сеге, которые, блядь, с таймером, нахуй. Блядь, я почти добежал. Чуть-чуть мне не хватило. Не, ну жизнь у меня как бы все равно дохренище, но типа, бля, это вот мотал. Блядь. И музыка такая же стрёмная. Я-я-я-я-я-я. Опять медузы. Медоузы, блядь. Слышь ты, блядь, камбала ебаная, я тебе сейчас нос сломаю. Бля, ей два хита, а надо, кстати, если чё. Так, лучше лишний раз с камбалами не рамсить. Тут вообще лучше ни с кем не рамсить под водой, очень опасно. Сука, давай, блядь. Дайте мне что-то стреляющее. Дайте почувствовать себя личностью. А я, подожди, я чё, с этой кошкой ебаной под водой буду драться, что ли, опять? Не хочу я с ним, блядь, подраться под водой. Тут смотри, блядь, живучий какой, а? Смотри, козел, я, блядь, как-нибудь возьму, нахуй, эту самую, ему, блядь, я тебе выебу. Здесь еще так прикольно, типа, свет по одной, типа, вы понимаете, да, это же, блядь, 8 бит, но свет прикольно падает через лед. Трассировка лучей, там это все, и так далее. Не, он очень медленно вниз опускается. С одной стороны, это, конечно, хорошо, с другой стороны, ну, типа, я терплю, хожу. Так, злая голова пойдет убиваться. На нахуй. Минус камбала. Минус ты, блядь, не знаешь. А, это минус было. Блядь. То ты нахуй сам стреляешь, то нахуй не стреляешь вообще. Ага. Она ждала меня. Они ждут, они засаду устроили пидерскую, смотри. Да, музычка здесь соответствующая, блядь. Самая скилловая хуйня. Блядь, ладно, пошли боссом пиздить. У меня сейчас уже кончится эта штука. Опять ты, блядь! А почему там латянка какая-то нарисована? Здесь опять этот мудила железный. Пидорасина. Я тоже могу пузырики пускать, педик. А? Хуя, он душит. Просто гасит. На скилле. Ну, бищи, блядь. Лох поганый. Ну, кстати, под водой в Crash Bandicoot ты ни с кем не дерешься. Не было еще подводных боссов.
были только авиационные. То есть я иногда жму вперед или назад, а он плюется что-то. Ну, стреляет, в смысле. Заебал ты, падла, дай поспать коту, нахуй. Он от агрессии сейчас, блядь, из шкуры выпрыгнет. Это что? Это кто? Три терпила? Три терпила по цене одного. А. Пингвиноиды. Ну, логично. Блядь, что тебе на... Блядь, мы были в Египте, потом в каких-то джунглях, а теперь, блядь, в кипучей тундре, нахуй. Там, блядь, все замерзшее, блядь, ненавижу. Ёп! Нихуя себе подстава, блядь. Ну согласитесь, это было мне... Кто ожидал, а? Кто ожидал? Ну никто не ожидал же, блядь. Хоть просто по башке снегом дал им, пиздец. Ай, блядь. Да ты рофлишь, да запрыгни. Ну ты же кошка, ёб твою мать, или чем? Яйца, сука, надо тебе яйца, ответственно. Бестолково, блядь. Так, здесь что-то тоже 200 с чем-то сек. Да пошел я. И пошел ты. Блять, шариком ба. Не контрится. Ну, типа, по логике, я же встаю под пиздюлинку, блядь, под которой, типа, ну, я же под пиздюлинкой стою, блядь. Как он меня там достает, на? Ты что, блядь, в горку ездить еще умеешь? Охуел, что ли, блядь? Иди нахуй. Такой звук. Ю! А, и я следом, да, конечно, конечно. О, боже, это пиздец. Ну тут хоть какие-то типа чекпоинты есть. Ну все так плохо. Отстань! Что ты ко мне, бля, пристал? Подожди, это тот же самый? То есть в прошлый раз за мной здесь тот же самый ебучий шарик охотился или что, бля? У меня так... О, блядь, здоровье. Не успел. Сука, то ты резкий как понос, то ты, блядь, тормозишь, на. Здрасте. День добрый. Ну, пиздец. И как я должен его пройти? Сейчас он перепрыгнет еще, сука, я, блядь... Я бы сейчас просто сгорел! А почему я ему всадить не могу? Это же, сука, снег ебаный. Блять, отфутболил бы он нахуй. Иди нахер, говно. Зато не заморачиваюсь, просто белый круг нарисовали, и все, типа, ну, как бы, хватит. Ага. Ну да, пошел я нахер. Над пропастью мне, блядь, эту штуку дал, блядь. Ты, блядь, запрыгни, это нормально, блядь, чмо. Какой-то облака, стоя! Все, я нашел себе самого заклятого врага, это, сука, снежный шарик, блядь. Что-то ебаная имба. Он страшнее рыбы. Он вообще не контрится. От рыбы хоть вернуться можно, от него нихуя, блядь. Он... Ёбаный по голове. По голове, вы чё, блядь? Они меня окружили. Они просто меня в клещи взяли. Пидорская засада, блядь. Да прыгни ты, блядь, ёб твою мать. Я мог его валить. Я, блядь, мог его валить. Ну да, ладно, раз его можно валить, он уже не такой страшный. А я только хотел ему дать звание своего заклятого врага, а он обосрался нахуй. Его можно валить. Блять, да я тебе сейчас нахуй голову сломаю, ты, блядь. Давай, бери танкетку нахуй. Бля, ну так-то в жизни все раем, если чё. Ага, вот я поэтому так и сделал, потому что я чуял, что там сейчас какая-нибудь заподлянка будет. Думаю, если сейчас... Я аж нажал прыгнуть, блядь. То есть я подумал, что типа я сейчас прыгну с этой хуетени и прям в пропасть. Блядь, ёбаный рот.
Блять, Мигеша, соберись, ты чё, блять? Жизнь всирается, блять, ебучий случай. Не, ну как бы типа совсем без оружия мне как-то стрёмно с шариком сражаться с этим. Так что он пока что еще мой враг. Number one. Ну тут-то да, наверное, типа оно все-таки как бы типа скользкое. Типа, блядь, лед ебаный. Где конец-то? Кошмар, блядь, а? Хорош. Сняли. На скиле. Блядь, пизда, нахуй. Как бы вот эта хуйня вокруг него, блядь, он одного загандошил, второго хуй. Я вам сейчас всем тут раздам. Иди сюда, блядь. Рыба, блядь. Что за рыба такая интересная? Она, блядь, в 5 раз больше катана. Деньги дашь? Не дашь? Ну, стерва, блядь. Гол, сол, или что там написано-то, блядь? Душит, душит, конечно, этот уровень, пиздец. Так, а сейчас мы где, в чем? А, мы в пещеру какую-то зимнюю, да, залезли, типа? Отлично. Этих ребят я люблю. Ну да, ну да. I need оружие. I need weapon. Сеньки. Сеньки. Подойдешь еще ко мне, скотина, блядь. Интересно, почему здесь везде бошки этого говна? Да я скилловый. Пошел нахуй. А! Я уже все, я да-да-да, апостола Петра уже видел вдалеке. Уже смирился со смертью. Сейчас я тебя забибикаю. Или как там это было? В очко себе побиби! Да-да-да, побибикай себе в очко. Я сейчас себе не побибикал в очко, блядь. А-а-а! Четко! Я не знал, что там подстава такая сверху. Это была, это да, это кидалово. А в прошлый раз мне тут как бы дали. Ну хоть здесь дали. Блять, 5 жизней к нам. Что за уровень такой душный? Да пошел ты в пизду, блять, ты говно, блять, пернатое. Блин, какие-то красные охуевшие, блядь. Чё, рофлите? Что это, блядь? Да иди ты нахуй! Он, сука, он сидел в засаде, падла, там ждал меня. Ты посмотри. Да ты рофлишь, что ли, блядь? Ты хули ты упал, придурок? О, боже. Да хорош! Пиздец. Я не понимаю, как это, что я... Сказочный долбоёб. Зачем его только из больницы выпустили? Бля, я просто на скилле там бежал, летел, просто вообще горе не знал, блядь. Тут просто 5 жизней на одном месте всрал, блядь. Так, где эта тварь сидит? С какой стороны? С какой буквы, блядь? С какой буквы она нападет на меня? Дайте мне жизни. Ага. Сука, блядь. Уебище, блядь, лесное. А, его не видно, он за камерой. Да ну нахуй, я туда не пойду, блядь, больше, в пизду. Раз попробовали, хватит. Дайте жизнь мне, блядь. Спасибо. Что-то мне уже нихуя не смешно стало, блядь. Я тут что-то обсираюсь немножко. Ты чё, босс?
Ну, типа, да. Ой, блядь, да ты рофлишь. Что-то мне кажется, это не все. А, блядь, я уже испугался, думал, там еще сейчас два выскочит говнюка. Ну, их же трое было нарисовано. Пиздец, пять жизней оставить на одном месте, блядь. Это просто, это, блядь, мигель момент, нахуй. Так нелепо просрать жизни, это только я так могу. Да. Опять этот хуй. Опять мне что-то надо, блядь. А нахуй вообще моя кошка нужна, блядь? Ну чё она? Зоофил, блядь, что ли, или чё? Ну, типа, какой-то смысл-то есть, наверное, в этом. То есть, как бы, кортекс, понятно, он там опыт сайлает. Это чё, бля, борода хочет? Точнее, бля, усатая хуйня, блядь. Доктор Айболит, блядь, ебаный. Что? Да иди ты в жопу! Так, ну это последняя миссия, это факт. И да, кстати, Крэш тоже был в космосе. Я, кстати, я ничего не жму, он сам летит вперед. Я только вверх-вниз его направляю, он, блядь, в принципе. Да, это последняя миссия, там космическая база какая-то будет, по-моему. Блядь, еще пришельцы какие-то ебаные летают. А почему он на говно похож? Да ладно! Да, блядь, пиздец, неуправляемое говнище, блядь. Тут, наверное, по КД надо просто шмалять, нахуй, безостановочно. Я ни на что не намекаю, но как бы это поеботины жизни кончаются. Блять. Не, вниз он все так же уебищно. Отста! Да ёбаный ад, нахуй! Ну, короче, я понял, на этом ГГ мне. Жизка, 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 слава богу. Слушай, а может не улететь за край камеры, они меня там не найдут? Они меня там не поймают, они меня там не достанут? Он толкает меня. Он толкает меня на смерть. Блять. Блять. Ебать, как это тяжело. Оно так не управляется, это пиздец. Ну, я бы как бы ее собрал, но типа как бы пошел я в жопу. Ну, мне пиздец. Ну да, я сказал, мне пиздец. Я ломанулся за бутылочкой, блядь, и погиб. Ебать их тут! Да я пизду, на! Это не, это нереально, блядь. Это вообще просто какая-то непроходимая миссия, блядь. Там финальный босс, наверное, легче, чем эта срань. Are you sure about that? То есть ты либо летишь, терпишь, либо ты терпишь. Блять. Жизка, жизка, жизка. Я поймал? Я поймал ее. Скажите, что я поймал ее. Вниз! Пошел нахер. Да ладно, в тебя пульш прилетел. Ну иди ты, блять, пизду. Да паш! Да нихуя ты резкий, пидорас, блядь! Ну это все, это свидание, блядь. А конец этой мудозвонины есть вообще? А, ну да, это ж типа, да, это ж предок Крэша, нахуй, как бы, ну типа, помните последний уровень Крэша, блядь? Это максимально конченая срань вот эта с лазерами. Вот это вот оттуда, нахуй. Вот откуда у нее ноги растут. Если мне сейчас жизку не... Ну, понятно, все, мы проиграли, но... У меня ноль жизни, все. Ёб твою мать. Это мне нахуй не надо, дайте мне... А, не, у меня же сила есть. А, ну не убивается! Вот мой главный враг, он не убивается.
Текайте с городу, пацаны! А это типа чекпоинт или что? Так, у меня есть бибика. Но я не буду рисковать. Блядский рот! Блядь, не... кнопка заклинила, не прыгать нихуя. Вовремя ты, блядь, решила. Свинью мне, блядь, подложить. Допустим, это... Ну, а какой у меня чекпоинт? У меня 0 жизней. Время нахуй. Да запрыгни, дятел. Мне как бы от чекпоинтов ни горячо, ни холодно сейчас. Мне нужно только одно. Сердечечки собирать. Ага. Ну и сука, нет нигде, блядь. Ну дайте жизнь-то, ну блин, не будьте вы скотами. Я в вашем ебучем космосе все жизни оставил. Ну ладно, ладно, я еще там всю жизнь оставил, где обосрался на. Блять, я там даже сундук не нашел, где можно было бы пофармить. Все так жестко-то на. Нет, если у меня было до хрена жизни, я бы вообще тут не парился бы, блядь. Охуеть. Охуеть! Ну и как я тут должен был вывернуться, блядь? Каким раком, нахуй? Спасибо, блядь. Я б твой рот ебал. Где бонусы, сука, все, блядь? Когда и так нужны, блядь? Да я нажал прыжок, блядь! О! Мы живы! Мы отсюда играем! Ну все не так плохо. Ну правда, я могу сейчас и здесь оно обосраться, блядь. Уж что-что, обсираться я умею как никто. Блядь, а с той стороны он вернется, ну. Да блядь, ебучий шар, нахуй. Блять, почему здесь нихуя нету нигде, блять? Спасибо, блять. А здесь он зацепит все равно. Да, это мой самый страшный заклятый враг. Понятно. Ну там, ну это не... Оно не контрится вообще. Максимально не контрится. Там нереально прыгнуть его. То здесь я обосрался, да? Я уже, да, я уже хоть на что-то надеюсь, чтобы у меня хоть на хит один был. Потому что эти шары ебаные, они резкие, как понос, от них хуй увернешься. Какой там танк? Какой там... Чего, блядь? Дайте мне хоть что-то. Тихо. Надо слушать. Когда он пибикает, значит, он там где-то катится. Ебать потно. Так, хорош. Продлили себе жизнь немножечко. Фу, дошли. Бля, ну вообще, конечно, двойной прыжок бы тебе тоже не помешал, дружище. Ага. Здесь ебучие мыши будут, блядь. Чё тут все мигает?
А я не понял, этот доктор, он что, блядь? Пришелец, что ли, ебаный? Или, типа, это просто по канону, нахуй, всеми, блядь, злодеи, типа, в космос? Ню! Что это было, блядь? Ты ебаная тварь, блядь. А я, ладно, хуй с ним. Я просто, да, я не ожидал. Была подстава, это была измена. Так, окей. Да что за жесть тут творится? А я его не сниму. Можно мне на более устойчивых позициях находиться? Так, машинка. Ёб твою мать. Наскилено. Пизду тебя, блядь. А то сейчас еще всадит. Так, и что здесь? Ну окей, допустим. У меня так-то две жизни. Здесь что? Я от слова совсем не помню, что там за босс и как с ним драться. Понятно. Ну согласитесь, ну а как я должен был это, блядь, предвидеть? Он был слишком резок. Ебучий случай. Да подпрыгни, это нормально, блядь. Мне бы конечно, мне бы танкеточку, но, ну, может, у меня шансы бы повысились, а так? Отъебись ты нахуй, борода. Старый хуетень. Ладно. Тупанул я, надо было сразу сюда залезть, нахуй, взять танк себе, блядь, и пизда бы была. Обшибка, обшибка! Пидарас. Он какими-то бриллиантами кидается. Чё, богатый дохуя, что мужик, я не понял. Да ладно, ну я же ему хитанул. Не, ну это нереально, да. С кулаков ты его не завалишь. Да, блядь, ёбаная кнопка! Это пиздец обида сейчас была. Просто вот опять кнопка не, блядь, не сработала. Весь уровень заново, блядь, проходи. Эти, блядь, крысы сверху. Я их боюсь. Нахуй это мне надо, блядь. Оружия мне, блядь. Много. Сука там стреляет. Блять, ну такой измене сижу. А самое обидное, что это как бы, ну, типа, ай, блять! Пиздарас, нахуй. Прям четко в тайминг, нахуй, выстрелил, блядь. Прям четко в меня, блин. Прям в тот самый момент, когда я чуть не подобрал оружие, ну. А теперь его здесь нет, блядь! Да как ты достреливаешь, уебище, блядь! Я скучаю по собакам из Египта, блядь. Они хотя бы просто вперед стреляли, а тут вообще хрен предугадаешь, куда он стрельнет. Вот он то вверх стреляет, то вниз, блядь. А, ну да, ну да, пошел я нахер, блядь. Эта херня всегда там, где, блядь, максимально смертоносно опасно. А, у меня опять ноль жизни. А, ну понятно, 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 конечно. Все, блядь. Я все понял, блядь.
Вот эти собаки, они напоминают мне этого. Из, блядь, утиных историй, вот эту вот. Там банда какая-то этих собачников. Ну, гангстер-бандиты вот эти, блядь. Да дайте мне чего-нибудь-то уже. Пиздец, я весь уровень прошел, мне ни одного оружия не дали. Понятно. Кроме одного того раза, когда мне дали эту байду. Короче, да, надо сразу по всем этим мешкам пробегать, нахуй. Собирать имбу. Да пошел ты нахер, блядь, уебись! Ну что, что такой резкий-то, блядь? Я даже машину не успею собрать. Он меня сейчас опять догонит, блядь, возле этого ящика, ну. Дали бы сразу танк. Зачем вот это надо делать, блядь? Просто дайте мне танк. Не, ну это нет, это не, я не смогу этого вести, блядь. Надо с танком приходить сюда, это минимум, блядь. А эта штука, она его не хитует, то есть он тебя... Ты ему как бы хит наносишь, а типа пошел ты в жопу, нахуй. То есть ты либо стреляешь, либо ты идешь нахуй. Ну, я его не зацепляю так. А, у меня это еще хрень кончается так-то. Не, ну а это все, это понятно. То есть, ну, ты, блядь, его хитуешь, нахуй, он как бы мигать должен, а он не мигает, потому что, ну, типа, он мигает, но тебя все равно хитует, блядь. То есть, ты либо, блядь, стреляешь в него, либо ты идешь нахуй, то есть, его в рукопашку невозможно замочить. Да я, блядь, все, я уже, да, я просто уже все. Я сдался, короче, нахуй, ну, это, А от сумки до сумки ты, блядь, пробежать не успел. Блядь, опять кнопка не сработала, ебучая. Да что ж такое-то, блядь? Ну, бля, все, короче. И ладно, я сдался. Ну, пизду ебали. В рот его ебал, блядь. Mission failed. Ну, короче, ладно. Я до финала дошел, блядь. Ну, нереально его так победить, ну. Там надо, я не знаю, на скилле, короче, успеть, блядь, проскочить по всем трем сумкам, чтобы собрать танк. Иначе пошел ты в пизду, потому что ты ничем его-то, не, блядь, не возьмешь, нахуй. То есть, эти рукопашное оружие, его это... Ну, оно его не берет, нахуй. В детстве мне хватало ловкости добежать по всем трем сумкам. И, возможно, я даже доходил туда, блядь, с танком или с чем-то. А тут все, блядь, пизду, нахуй. Как обосрался, нахуй, в одном месте, в другом, и все. И, короче, и все пошло по пизде. Все пошло не по плану. Но... Фактически, тактически, мы практически дошли до конца. Ну, то есть, короче, потом там какая-то катсцена, где он со своей кошкой, и, типа, они там летят, нахуй, домой на космическом корабле там своем, по-моему. Опять-таки, что это отсылает нас к Crash Bandicoot'у первому, правда, там был дирижабль. Ну, в общем, короче, не, игра прикольная, но я-то в рот мотал, блядь, ну, типа, пизду, короче, я... Было бы у меня больше жизни, например... Та хули, блядь. Жизни не жизни, блядь. Я говорю, туда надо прям приходить с танком. Пиздишься, нахуй, получаешь хит, прыгаешь в мешок, получаешь еще один танк. Вот только так его можно победить. Ну вот, блядь, ты попробуй дойди туда с танком, блядь. Потому что я пробежал всю локацию, и мне, блядь, вообще не выпадали эти сердечки. Ладно. Короче, ну, мы были близко, блядь. Мы были почти, нахуй. Но финальный босс оказался круче. Ой, ладно. На этом печальном... Я думаю, да, я уже, наверное, нет таких игр на Денди, которые я прошел, на Сегу тем более. Ну, хотя бы посмотрели, просто поугарали, на, уже весело было. Ладно, на этом как бы все. Всем спасибо за просмотр. Hasta luego.